творчеством Яны с ее трансляцией я познакомился прошлым летом, когда наткнулся на подкасты, она у меня в виде рекламы так выскочила, и по ссылке я вышел на «Живое слово», начал читать ее посты, и она мне очень срезонировала. Срезонировали сами подкасты, срезонировало то, что было написано, нигде я такого не встречал, и оно внутри настолько сильно резануло, что уже мимо этого пройти невозможно было. Прям как магнитом, что ли, притянуло, потому что то, что до этого на протяжении многих лет я пытался изучать, интересовался там, в том числе и всякой эзотерикой, и какими-то там различными практиками. Очень много информации в голове было, была каша, какая-то такая стартовая ситуация возникла, и тут эта трансляция, она прям как будто прорезала. И дальше пошло более плотное знакомство, когда я уже записался на практику. Зацепила меня сама подача Яны Корниловой в подкастах. Этот уверенный голос по существу, никакой вообще идеологии, ничего не размыто, только жизненные ситуации. В постах все структурно выстроено, и нету никакого чувства противоречия, когда, допустим, я читал каких-то там мастеров, в том числе там именитых. Все как-то оно смутно было, и какие-то противоречивые чувства были. А здесь какая-то ясность и желание дальше узнавать еще зацепило парадигму одинности. Нигде я такого не встречал. Это вообще настолько уникально, и мимо этого действительно пройти было бы преступлением для меня. Когда я начал непосредственно взаимодействовать с Яной на практике, были у меня консультации с ней, сначала, признаюсь, было сомнительное чувство, как так женщина с такой трансляцией. То есть для меня вообще неприемлемо было, что женщина может транслировать действительно от источника. Почему-то мне стереотип сложился, что только мужчины могут достигнуть просветления. Но потом при недолгом общении я понял, что ошибался в своих представлениях. И чувства противоречивые ушли, и пошло ощущение близости давно забытого и такая теплота от общения. При взаимодействии с Яной у меня первое, что стало происходить, так это распознавание правды себе. Она была очень сильно запрятана. В ходе практа Яна так воздействует на человека, чтобы он в дальнейшем сам обходился без этого практа. То есть она разворачивает человека к себе, в частности, меня она развернула в том плане, что я начал распознавать и скрывать свою собственную проводниковость. При взаимодействии мы проходились по очень болевым точкам. Меня очень поразило, и я не могу найти объяснение этому, как Яна может буквально за считанные секунды просканировать тебя, что видит прям буквально насквозь, и когда при взаимодействии шаг в сторону, там шаг вправо, шаг влево, она настолько это считывает и дает самому тебе понять, что опять ты уходишь, что тебя опять куда-то завлекает. То есть она тебя сонастраивает с твоей сущностной частотой. Это настолько уникально. Яну Корнилову отличает от тех мастеров, всяких наставников, которых сейчас очень много. Так это водительство и проводниковости. Нигде я это не встречал, ни в каких источниках. Водительство Яны заключается в том, что она не дает тебе готового ответа. Она подводит тебя к собственному ответу. Не просто к собственному ответу, а ты сам становишься этим ответом. И она настолько вскрыла собой, причем механизмы и алгоритмы, самому самостоятельно это практически невозможно. Это действительно большой подарок в этой реальности, что я встретил Яну и имею честь с ней взаимодействовать и узнавать себя настоящего. До практики, до встречи с Яной я себя настоящего-то и не знал вовсе. То есть были какие-то представления, были какие-то там понятия, какие-то умственные структуры, как все устроено, идеи о том, как устроен человек, идеи о божественности, идеи об абсолюте. Это все как-то убаюкивало в свое время, такая некая колыбелька была выстроена. То, используя ключи, которые Яна дает на практике, они действительно работают. Для меня было очень большим откровением, что самый такой основной ключ – это собственный голос. Используя те ключи, которые Яна дает, я действительно начал ощущать пространство свое внутреннее, пространство тела, больше подружился с ним, меньше стало каких-то внутренних противоречий. Начинаешь собой посредством себя скрывать эти механизмы,
и очень это интересно и необычно. Если немножко приоткрыть то, что происходит на вебинарах, которые Яна ведет в закрытом проекте, тут открывается в первую очередь способность своего считывания и за счет других участников при взаимодействии с ними, при тактичном направлении Яны, происходит возможность со стороны себя услышать, получить обратную связь с ребятами. И ведь у каждого свои уникальные такие жизненные ситуации, и при вот перекрестном взаимодействии мы уже настолько научились улавливать. Яну вообще нельзя сравнивать ни с кем, потому что это настолько уникальный человек, именно даже при взаимодействии как просто с человеком, не говоря уже о том, что ты ощущаешь в ее присутствии общение с источником. И то излучение, которое идет от Яны, это вообще ни с чем не сравнимо. С одной стороны, ее можно сравнить с таким строгим учителем, а с другой стороны, настолько вот эта вот теплота и неподдельное искреннее сострадание к тебе, неподдельная действительно искренняя любовь и проникновенность. Звучание Яны, ее подача, ее трансляция – это действительно голос сути и очень сложно, когда вот есть у человека зов и намерение мимо этого пройти. То есть ее голос и какая-то вот настройка именно с твоим внутренним естеством. И то, как Яна звучит, то, как она даже вот в постах преподносит информацию, это действительно от источника, и тебя как бы изнутри взламывает. В других источниках, когда я пытался разобраться в этом во всем, не находил того удовлетворения, того яснослышания себя, вообще ясности в понимание себя. Яночка, я благодарен тебе за наше с тобой взаимодействие, за встречу с тобой. И даже не знаю, как бы дальше у меня продолжалась жизнь, не встретить тебя. Ты дала жизнь своим излучением, своей теплотой, искренностью, состраданием. И без этого просто уже дальше я не представляю свое существование. Взаимодействие с тобой – это очень ценно для меня. И я очень тебя люблю. И просто даже вот это невидимое присутствие тебя происходит балансировка. То, как ты вот этот огонек внутренний во мне зажгла, он еще больше и больше набирает силу. Это ни с чем не сравнимо, и это очень ценно для меня.